Юбилейные 10-е международные молодежные научно-технические чтения имени Можайского сегодня открыли на предприятии «Мотор Сич». На конференцию съехались участники со всей Украины. Уже по традиции научно-технические чтения имени Можайского собирают в стенах предприятия «Мотор Сич» до сотни молодых специалистов, инженеров, научных работников авиастроительной отрасли и студентов вузов. Сегодня сюда съехались участники из Киева, Одессы, Сум, Харькова, Днепра. Выступая с докладами, они предлагают свои идеи совершенствования производства авиационной продукции. В торжественной обстановке в конференц-зале предприятия «Мотор Сич» проходит открытие конференции, которая продлится 3 дня. С приветственными словами к молодежи обращаются представители программного комитета. Вы, работая во всех этих областях науки, на своем рабочем месте, новым, молодым взглядом можете, так сказать, поднять на новый уровень те достижения, которые были сделаны. И думаю, что каждый из вас в перспективе будет защищать кандидатскую. Я тоже вот начинал, как и вы все, вот с этих конференций. Сначала на своем предприятии, потом также на конференциях уже международных. Я уверен, что все те идеи, которые вы разрабатываете, они найдут применение на наших предприятиях для того, чтобы, главное, наша техника была конкурентоспособной. Вот хочется только всех нас поздравить. Потому что есть «Мотор Сич», потому что есть «Прогресс», потому что есть Вячеслав Александрович Богуслаев, эти традиции продолжаются, приумножаются, и каждый из вас, прикоснувшись к вот этой тематике, продолжает свой научный рост. После торжественного открытия конференции гостям из других городов провели экскурсию по предприятию «Мотор Сич». А начнут выступать со своими докладами участники уже завтра в живописном уголке Запорожской области в городе Приморск, где предприятие «Мотор Сич» гостеприимно распахнуло для них двери базы отдыха «Прибой». Подробнее о чтениях имени Можайского и о призерах с лучшими докладами смотрите в одном из следующих выпусков новостей «Алекс Информ».